Друзьяшки, всем привет! И снова очередное видео про игру на блокчейне Тон, которая называется Tap Fantasy. Мои подписчики уже прекрасно все знают про эту игру. Особенно знают про эту игру те подписчики, которые подписаны именно на мой телеграм-канал. Ссылочку, конечно, оставлю в описании, потому что первая информация поступает именно сюда. Уже сделано кучу постов про эту игру, о мыслях, вообще, как о заработке, как тут зарабатывать, видео про эту игру, какие-то дополнительные, которые нету на ютубе, там с ответами на вопросы. В общем, очень много вообще можно говорить про эту игру. Также у меня на ютуб-канале создан отдельный плейлист по данной игре. Вот переходите в плейлисты Tap Fantasy. Вот тут уже сейчас 4 ролика, 5. Сейчас я записываю еще один очередной ролик. Надеюсь, вам это зайдет и вы меня поддержите. Про что будет сегодня ролик? Сегодня ролик будет про то, как я буду проходить финального босса в 4-м подземелье. То есть после него, что будет происходить дальше? Наверное, многие из моих подписчиков уже находятся тоже там же, где и я. И как его победить, это очень тяжело. Я сегодня разобрался, как это сделать. Я его практически победил. Но специально для вас я вышел из данного босса, для того, чтобы записать для вас весь бой от и до. Показать своих героев, какое у меня снаряжение стоит на моих героях, чтобы вам было это все понятно. Давайте перейдем теперь в саму игру. Кстати, отдельная информация. Если заходить в игру через Telegram-бот, то многие спрашивают и говорят, жалуются, то, что очень лагает игра, когда участвуем в этом в мировом боссе. Как делаю я? Нажимаем вот вверху три полосочки, вот эти вот. Нажимаем «Открыть в браузере». И уже здесь уже начинаем играть. Здесь как-то намного попроще и не так сильно лагает, как в Telegram. Так, ну вот, друзья, я нахожусь на 4-м подземелье. Это мой финальный босс. Вот, если посмотреть, давайте. Вот, все, 4 подземелья. У меня все остальные пройдены. Вот оно, то есть. С самого начала у меня запустился зачем-то. Сейчас я прибегу к тому самому боссу. Ну, давай, давай, беги, родной, беги. Вот он, вот он. Вот он, этот красавец. Его мощность 781к, моя 485. Давайте покажу персонажей, которых я выбрал. Это паладин, священник и танцовщица. Почему я выбрал именно их? Паладин — это танк, у него мощная атака, и плюс он сам себя еще лечит. Священник тоже атака на расстоянии и лечит того, у кого меньше всего здоровья. Танцовщица лечит всех одинаково. И тоже атака у нее на дальний бой. Поэтому я выбрал их. Давайте посмотрим мое снаряжение. У меня вот такое вот снаряжение, меч, броня, все как обычно, 19-20 уровня, мощность паладина 183к, теперь что у меня на священнике, вот такое вот снаряжение, если кому это нужно, необходимо, что примерно нужно брать, и вот у танцовщицы, что у меня находится, то есть не слишком сильный. Ну и не слишком слабый. Ну и давайте наконец-таки, друзья, приступим к самому бою. Сейчас я иду на эмоциональный такой бой. Друзья, надеюсь, вы меня поддержите лайками, конечно же, комментариями. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться на мой канал. Давайте нападаем. Ох, как это нервно. Я уже 2 дня не мог его победить. Сегодня понял, что могу, и думаю записать для вас
этот ролик обязательно нужно. Так, пошли в атаку. Пока нормально все идем. Пока критического урона нету. Угу. Так, пора поменять персонажа, чтобы паладин подлечился немножко. Вот так вот, хорошо, хорошо. Ну, он прям лекарем очень много хп снимает. Поменяли на священницу. Пока остальные хилятся. Так, вот эти мобы, как они раздражают. Убегаем от них, чтобы немножко подхилиться, пока этот босс придет. Хорошо, хорошо, погнали, погнали. Так, второе. Все, теперь супер удар. Уворачиваемся, бежим, бежим. Погнали дальше в атаку. Блин, вот этот вот потерялся, тут будет сейчас мешаться. Давайте, погнали дальше. В общем, тут стратегия простая. Теряешь урон на танке, меняешь его на кого-то другого, чтобы он успел подлечиться. Так, вот сейчас вот поменял, получается, на священницу. Сейчас священница будет получать урон. Вот видите, пока паладин лечится у меня. Так, много уже. Давай поменяем на танцовщицу. В принципе, тут ничего сложного. Так, все уже достаточно ты снял. Еще вдогоночку мне кинул. Ай-яй-яй-яй. Назад, назад. В атаку. Какой шустрый босс. Просто не дает даже передохнуть. Сволочуга такая, блин. Так, пока ждем, ждем, ждем. Все, меняем, меняем, меняем. Пора уже. Ну, танцовщица очень много урона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Так, уходим, уходим. Так, паладин подлечился. Давай, 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 родненький. Ай-яй-яй, не успела подлечиться еще. Так, половину урона уже сняли. Это уже хорошо, это уже полпути. Ой, сколько мало у меня жизни-то осталось. Ой-ой-ой, давайте лечитесь получше, ребятушки мои. Пора поменять, иначе сейчас будет капец паладину. Уходим, уходим, уходим. Давай, 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 давай. Уходим. Фу. Да что ты будешь делать, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уходим от этих всех гадов. Блин, эти кружки мне вообще прям раздражают. Так, о, ну хотя бы подхилиться успели. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Да что ты дашь постоять-то хоть чуть-чуть-то, а? Ай-яй-яй. Уходим. Да, очень тяжелый босс. Очень нервный. Но думаю, я справлюсь с ним сейчас. О, у меня сейчас уже полное здоровье. Так, бежим туда, где уже круг заканчивается. Опа. Отлично. Вообще никакого урона. Давай, 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 давайте, мои красавцы. Я знаю, я верю в вас. Уходим. Да что ты. А у нас еще, посмотрите, вот волна 3 из 5 только было, еще 2 раза мобы придут. Ну, в принципе, у нас тут здоровье-то осталось-то совсем чуть-чуть, я думаю, мы осилим сейчас. Давайте, давайте, родненькие мои, так, все, 5 из 5, мочим супер ударом, чтобы не мешались. Отлично, 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 ой, как хорошо, ой, как хорошо, уходим. Супер, супер, здоровье полное практически, да. Все, это босс мой. Я 100% его сделал. 100%. Ему осталось тут капелюшечку прям. Вот смотрите, он прям неугомонный, прям как цепляется за свою жизнь-то жалкую. На! Все, супер, готов. Есть. Поздравьте, друзья, меня в комментариях, что наконец-то я с ним справился. Спустя 2 дня мучений методом проб и ошибок. Супер, все, отлично. И напишите в комментарии, как вам вообще, вот, например, в таком формате, если, например, начну все с самого начала, начну игру с самого начала и буду по порядку записывать прохождение каждых этапов от самого начала и вот до самого последнего босса. Если вам это зайдет, то пишите в комментариях. Да, или плюсик, что-нибудь типа того.
и свои любые другие пожелания. Ну, конечно же, пойдем собирать наши прелести, фишечки наши. Ох, как я их люблю. Отлично, отлично, отлично. Мне вот самому интересно, что дальше-то. Все, это последний босс. Что мне теперь делать? Мне просто теперь здесь вот на четвертом подземелье просто фармить шмоты, продавать. Ну, то есть, ну как. Хотелось бы еще что-нибудь там попроходить, да? Какую-то сюжетную линию там. Обидно, конечно, обидно. Но ничего страшного. Фармить шмоты и просто продавать на продажах вообще легко. Я готов пойти на такие жертвы. Что делать мне дальше? Возможно, ничего. Ну, давайте посмотрим, что у нас есть на карте. Здесь у нас никакого продолжения. А, о, карта мира, что у нас здесь? О, кстати, первый раз открываю вообще эту карту. Так, везде здесь это было, тот самого начального этапа, это, по-моему, вот отсюда. С самого первого уровня начинаешь и пошел по кругу вроде бы. Так, что это у нас? Это у нас клуб. Хорошо. Вот, где у нас значок, логотип Тона нарисован. Что у нас здесь? Давайте сюда переместимся. Опля. Ого. Так. Друзья, здесь я, кстати, не был. Что меня сейчас вообще здесь ждет? Что здесь на карте? Ага. Ничего. А, вот здесь что есть. Ого, ого, какая красота. Друзья, посмотрите. На этом, оказывается, игра не заканчивается. Есть еще куда стремиться. Давайте войдем в эту страшную голову. Ага, здесь только через 16 дней какая-то секретная земля будет. Ух, ясненько. Жалко, конечно, жалко, что сейчас не покажу вам. Ну, я думаю, мы с вами увидимся через 16 дней. Я вам покажу, что здесь находится на самом деле. На этом, друзья, всем спасибо за просмотр. Спасибо за поддержку, за ваши лайки, комментарии. Конечно же, не забываем подписаться на канал, следить вот за такими вот интересными проектами, на мой взгляд. Мне кажется, сейчас эта игра TF Fantasy это один из самых интереснейших просто проектов в криптомире. Токен MC уже вырос практически в 3 раза со старта. А старт был чуть меньше, чем 2 недели назад. Что будет дальше, я просто не представляю, друзья. Пишите свои мысли, что будет дальше в комментариях. Конечно же, не забываем подписаться на мой телеграм-канал, где публикуется большое количество других проектов, не только TF Fantasy. Много различных проектов, на которых можно зарабатывать, и информация поступает изначально сюда, а только потом некоторые из проектов я делаю обзоры на эти проекты и публикую в YouTube. Поэтому, чтобы быть самыми первыми, подписывайтесь на данный канал. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.